seni o kadar çok seviyorum ki. Ama şu inatın beni deli ediyor işte. Ben ne alaka Selma'yla? Duyuyorum da sen yine de bağır. Evet sevgili Baran Karabeş. Bebek bakım dersimize hoş geldiniz. Bir an bunu beklemedim. Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Как Дилан Карабей вмешается в эти события со своими женами? Поддержит ли госпожа Азади Дилана? Почему Джихан реагирует на Дилана? Будет ли Дилан спорить с Бараном из-за того, что он сделал? Услышит ли Бэрон, что Дилан сказал о Баране? Сможет ли Харун помешать Ясмин уйти из-за Сельмы? Сможет ли Бэрон пройти уроки по уходу за ребенком? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан изменил решение жителей особняка Аферати и Гюле и позволил им вернуться в особняк, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Каждый день Дилан не перестает думать о том, что она может сделать и как вернуть Ферата и Гуля. И что-то ей приходит в голову, на этот раз она решает действовать в роли дам Карабей. Затем он пойдет и поделится с ними своими мыслями и расскажет, что нужно сделать, чтобы Ферат и Гуль могли вернуться в особняк. Самым большим сторонником Дилана будет госпожа Азади. Вам понравится, как Дилан обнимает свою семью и пытается сохранить их вместе. Они составят планы о том, что делать дальше, и немедленно примут меры. Однако попытка Дилана сделать это сначала разозлит Джихана, а затем и Барана. Джихан до сих пор не может переварить Ферата с тех пор, как узнал, что тот сделал, потому что очень его любил. Вот почему он так сильно реагирует и так расстраивается. Когда он узнает, что пытается сделать Дилан, он разозлится на него и захочет остановить его. Что касается Барана, то когда он увидит, что Дилан снова не отдыхает, он очень разозлится и захочет остановить его, чтобы он мог отказаться от того, о чем он думает. Когда Дилан остановился, пусть остановится сейчас. На самом деле Барон знает, что не сможет остановить Дилана, но все равно не оставляет попыток. По крайней мере, он уже не так жесток по отношению к Ферату, как Джихан. Я думаю, событие, которое мы называем пролитием крови, заставляет Барана почувствовать это духовно. Пока Дилан думает, что Бэрон спит, и говорит о том, что она его очень любит, но он очень упрям, Бэрон внезапно открывает глаза и становится ясно, что он не спит. Когда она увидит, что Дилан Бэрон не спит, она очень удивится и попытается сменить тему. Даже если он скажет, что говорит о ком-то другом, Баран поймет, что он говорит это для себя, и обнимет и поцелует его. Ясмин расскажет Севрии, что Харун влюблен в Сельму. Затем, когда Севрии немедленно расскажет об этом Харуну, Харун сильно отреагирует, сказав, какое это имеет значение. Вместо того, чтобы пойти прямо к Ясмин и сказать ей, что они не любовники, когда придет Сельма, она косвенно поднимет этот вопрос и попытается показать, что они не любовники. Сельма будет очень разочарована и поймет, что Харун безумно любит Ясмин, и бросит их. Ясмин вздохнет с облегчением после этого случая, и все сомнения в ее голове уйдут. Дилан попытается проверить терпение и ловкость Барана с куклой в руке. Бэрон постарается сделать все возможное, чтобы доставить удовольствие Дилану. Пока Дилан заставляет его делать эти вещи, он также будет подшучивать над Бараном и веселиться. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.